Итак, мы планируем выполнить комплексную операцию на лице, которая будет заключаться прежде всего в смаз подтяжки лица, подтяжки шеи, липосакции подбородочной зоны, платизмопластики. Особенность доступа, она исключительно и складывается из того, какую прическу в том числе носит пациентка. Если короткая прическа, то делать линию разреза волосистой части головы это будет неправильно, поскольку будет очень заметно. Поэтому мы пройдем по краю роста волос. И такая длина предполагаемого рубца связана с тем, что здесь достаточно большой массив тканей, которые спустились и создают носогубную губоподбородочную складку. Нам нужно вернуть обратно, и чтобы здесь не было складчатости. Плюс в этот комплекс войдут у нас верхняя и нижняя блефаропластика с кантопексией, укрепление наружного угла глаза. Операция предполагается 2 часа. Итак, мы выполнили этап верхней и нижней блефаропластики с удалением, перераспределением параорбитальной клетчатки и, самое главное, с кантопексией, потому что особенность строения лица и зоны орбит глазных яблок такова, что есть риск того, что наружный край нижнего века с годами может провисать, создавать печальный вид. Поэтому мы обязательно укрепили наружный угол, уже выполнили и липосакцию под подбородочную зону и переходим непосредственно на этап смаз подтяжки лица. Натяжение шеи чувствуешь, как будто повязка. За счет того, что ткани толстые, на самом деле, массив ткани, синяков-то не видно, но они проявятся на шее. На шее кожа более тонкая, спускается. Вот здесь, где липосакция была, чуть-чуть проявится. Ну и на веках немножко проявится. А так все нормально. Ничего такого нет, все хорошо. Как и обещал, операция длилась буквально 2 часа 5 минут. Да, все нормально, все хорошо. Никаких проблем во время операции. Нет, все прям четко. На бок поворачиваться можно. Есть, пить, ходить, кушать, все можно. Единственное, широко открывать рот пока будет сложно, потому что из-за отека натяжение есть. Я потом приеду, руки-ноги. Успеется. Если вы в зеркало не смотрели, тут у меня шея появилась. Посмотрите.